На берегу реки построили роскошный коттедж. Напротив, на другом берегу, шатался от ветра сарайчик. Мужик в красных трусах с утра до вечера кидал лопатой навоз. «Кончай навоз кидать, из коттеджа смотреть людям тошно». «Надеюсь». Оказалось, что те, кто не пили, не курили, не играли в азартные игры, не волочили за женщинами, прожили в среднем на 15 минут дольше те, кто себе ни в чем не отказывал. Так какой смысл жить дольше? Вы не подскажете, Нобелевская премия, это нынче сколько в деньгах? Миллион долларов, а вам-то зачем? Хочу понять, есть ли смысл заморачиваться. Моей смерти прошу никого не винить, кроме и список из 140 фамилий. До правительства далеко, а жена всегда под рукой. Вот и ходит побитая. В Австралии открыли суперотель. 7 звезд. Вместо изнуряющего инклюзив все включено. Современный тренд no inclusive. Все выключено. Не работает ни радио, ни телевизор, ни Wi-Fi, не подключаются мобильные телефоны, никаких газет нет, а теле расписан на год вперед. Вот у меня есть такая памятка, дозировка, что происходит с человеком, естественно, с мужчиной. По мере выпивания спиртного шаг между этими его состояниями 100 граммов. После первых 100 грамм хочется начать жизнь сначала и пропустить еще соточку. 200 грамм. Буквально пучит от любви к ближнему. Особенно, если он женщина. 300 грамм открывает глаза. Все сидящие за столом – братья. Ищешь, кому бы глотку за них перегрызть. 400 грамм – момент истины. Оказывается, за столом все скоты. 500 грамм – философская доза. Из мозга сыпятся гениальные мысли. Жаль, рту их на русский не перевести. «600-800 грамм провал памяти. А жаль, очевидцы твердят, будто это все наломал ты один. Значит, роду был таки Илья Муромец. 900 грамм отольются слезами. Но что же это получается? Жизнь прошла, дерево не построил, дом не родил, сына не посадил. Надо срочно что-то делать». Но для этого надо подняться и встать. А удалось хрюкнуть и лечь. Официант, еще 100 грамм под третий столик. Плесните. За присутствующих там дам. Ну вот, одним литром водки на земле стало меньше. И так будет с каждым. С годами от переживаний, морщина на лице поперек и вдоль, кожа лишняя, а вот на ягодицах до последних дней упругая, ровная. Вот вам секрет молодости. Не берите ничего в голову. Спасибо.